Котенок выходит очень даже ничего. Но нужно добавить больше цвета. Немного оранжевого лишним не будет. Да, определенно выходит шедевр. Эй, а куда делись мои банки с краской? Так, так, так. Что-то мне подсказывает, что разгадка кроется за этими цветными следами. Вот это да! Как же здесь красиво! Неужели вы это все сами нарисовали? Только не ругайтесь, мы хотели порисовать. Порисовать? Класс! Отправляйтесь как художественный челлендж. Там вы и покажете весь свой талант. Перед вами карандаши, фломастеры и бумага, а рядом со мной ваш будущий приз, который вы получите, если нарисуете самый лучший рисунок. И это милые котятки. Рад, что вам понравилось, а теперь приступайте. Время пошло. О, ко мне пришла крутая идея. Я сделаю один рисунок, но он будет и цветным, и черно-белым. Для начала нарисуем милых котят на файлике. Ну что за чушь? Такому учат в детском саду. Вот я сделаю все по-взрослому. Сделаю набросок карандашом на холсте, а затем разукрашу с помощью масла. Мне понадобится голубой, розовый и желтый. Вот это точно получится супер-мега-пупер-мило. Пора переходить к деталям. Я сделаю вот такие миленькие глазки и бантики. Красота! Майли, зацени мой крутой рисунок. По-моему, ничего особенного. Вот у меня действительно получились милейшие котятки. Зачем тратить время на рисование, когда можно использовать робота? Они сейчас умеют делать абсолютно все. Например, моя недавняя разработка – робот, который сканирует рисунок и рисует сам. Все, что нужно сделать, это поставить его на лист бумаги, а потом дать отсканировать нужный QR-код. Вот и все. Твори, дружок, а я пока посмотрю тиктоки. Вы только посмотрите, какие ровные линии и круги он рисует. Офигенно! Что? Почему за Кейт рисует робот? Майли, давай-ка ее проучим. Это же нечестно, когда робот рисует вместо тебя. Сейчас, сейчас. Мы тебе поможем нарисовать лучших котят, робот. Эй, а что за странный запах? О, нет! Мой робот сгорел! Ну как же так? Очень жаль. О, нет! И рисунок испорчен. Как же так вышло? Он исправно работал. Девочки, а не ваших ли рук это дело? Ути-пути-пути-пу, какие милашки! Так бы расцеловал каждого! О, время вышло! Показывайте свои работы! Кейт, это даже рисунком назвать нельзя! А что у Венди? Яркий и необычный. Лайк! Майли, а что у тебя? Странно, у вас же были и краски, и фломастеры. А, так это такая обманка! Классно придумано! Сейчас я посовещаюсь. Ага, единогласно победа достается Майли. Поздравляем! Как же здорово! Вот этого милашку назову Стиви. Вот этот котенок самый милый будет Китти. Вы только посмотрите на этого крутыша. Ему точно подходит имя Майк. Учителя, какой будет приз? Один момент. И это кукла Венсдей. Вы только посмотрите. Она словно живая. Ой, я даже на секунду испугалась. Итак, правила вам известны. Время уже пошло. Приступайте. На этот раз, Майли, я тебя точно выиграю. Даже не думай о победе. Я спущу тебя с небес на землю, вот увидишь. Кукла Венсдей будет моя, и это понятно по наброску. О, нет, карандаш сломался. Вот блин. Так тебе и надо. А я вот уже почти закончила, и с моим карандашом все в порядке. О, нет, я порвала холст. Как же так вышло? Ничего смешного, Майли. Твой рисунок уже ничего не исправит. А мне нужно только заточить карандаш и продолжить. Отлично, карандаш заточен,
А еще у меня есть стружка, которую я буду использовать в качестве декора моей картины. Нальем немного клея и приклеим стружки к платью. Вот это да, как здорово! Что? У Майли правда круто получилось! Ну ладно, еще рано списывать меня со счетов. Ко мне пришла гениальная мысль. Сейчас я сделаю то, что обожаю чуть-чуть меньше рисования. Накрашусь. Мое лицо тоже может быть холстом, но для косметики. Я ведь даже чем-то похожа на Уэнсдей. Нужно лишь сделать подходящий макияж. Немного темных глаз. И губ. И вот, образ готической Уэнсдей готов. А я вот вроде бы стараюсь, но выходит так себе. Надо стереть это безобразие, пока учитель не увидел. Ко мне пришла идея. Не понимаю, как люди могут что-то делать без гаджета. Поэтому я нарисую Уэнсдей с помощью телефона. Нужно сделать хорошую фотографию. Да, подойдет. А теперь мы ставим бокал, чтобы можно было видеть фотку куклы и срисовывать по ней. Ну это просто гениальная идея, да? Телефон всегда поможет. О, нет, зарядка села. Но я же не успела дорисовать. Ладно, ничего не поделаешь. Придется дорисовывать вторую половину самой. Немного кривовато, конечно, но в целом пойдет. Время сказала пока-пока, поэтому жду вашей работы. Кейт, начнем с тебя. Твой рисунок выглядит каким-то сырым. А вот Майли опять что-то придумала. Мне нравится. Венди? Вот это да! Как будто настоящая Уэнсдей. 100% попадание, и ты побеждаешь. Кукла у меня, и мы с ней так похожи. Что там, что там? Ого! Итак, я привез ваш новый приз. Мопед. И не просто мопед, а с моими авторскими рисунками. Такой есть в единственном экземпляре. Время пошло, приступайте. Как же круто выиграть целый мопед, так еще и с авторским дизайном. Итак, Кейт, собери весь свой художественный талант в кулак и нарисуй лучший рисунок в своей жизни. Нет, что-то совсем не то. И вообще, мне не нравится рисовать на бумаге. А вот на планшете совсем другое дело. Уверена, здесь у меня получится намного лучше. Контур готов. Добавлю немного цвета. И, конечно, нельзя забывать про цветочки. Добавлю зеленой травки, по которой я буду ехать, и голубого неба надо мной. По-моему, круто. О, у Кейт получился неплохой рисунок, но она мне все равно не конкурент. Я вот уже нарисовала контур, и теперь перехожу к раскрашиванию. Что-то фломастер совсем не рисует. Да уж, видимо, совсем засох. Вот вредина. Ладно, тогда мне потребуется цветная блестящая бумага. С помощью нее я сделаю рисунок ярким и незабываемым. Сначала вырежу все нужные части, а затем приклею. В этом нет ничего сложного, но рисунок получается очень красивым. Итак, аккуратно смазываем клеем, и идеальный рисунок почти готов. Неплохо, конечно, но я хочу разукрасить свой рисунок красками, и у меня должно выйти очень-очень классно. Я просто обожаю рисовать именно красками. Это так расслабляет. Ну и, конечно, кроме самого мопеда, я нарисую и природу. О, нет! Какой кошмар! Вот же невезуха! Мой рисунок был таким красивым! А теперь все растеклось, и победы мне не видать. Так, рано сдаваться, нужно что-то придумать. Точно! У меня же есть раскраска для детей. Нужно только найти подходящий готовый рисунок, а затем его разукрасить. Вот, то, что нужно. Сейчас я приклею рисунок на заднюю часть холста и сделаю вид, что все так и было.
вашу и будет не отличить от моего. Нужно только успеть, пока время не истекло. Но вроде бы успеваю. Так. Последние штрихи. Итак, время вышло, жду вашей работы. Так, Майли, начнем с тебя. Весьма неплохо. Что? Хотела обмануть. Ай-яй-яй. Идем дальше, Венди. Мило и гламурно. Ого! А вот рисунок Кейт по-настоящему крутой. Иди ко мне, дорогая, можешь забирать свой приз. Катайся и резвись. Как же круто! Сейчас как умчу на другой конец света. Ой, я не знаю, как им управлять. А вот об этом стоило подумать раньше. Такой мопед испортили. Со мной все в порядке. А вот с этим мопедом что-то не так. Понравилось наше видео? Тогда скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Ну а пока-пока и до скорой встречи!